Шибишинчухне сугонжен усал ярсен дитке. Кышкыратке яр, яр тезе. Нене штаве? Келе. Штаве кыры? Кыны. Шума. Неме шырки беды ватты? Бугарна. Ундан. А вот мектесе меже бүлде. Ундан педагогик бадым, история педагогики он бабильник. Юлашки мен бе бадым, философия бе он бабильник. Как они кулда була шичмыш юральчене? Матур. Ишсен он майга. В дружной, теплой трудовой семье выросла Люда Семенова. Одна из 10 детей Клавдии Ефремовны и Якова Семеновича. Все дети Семеновых учились, учатся и будут учиться здесь, в Напольно-Котякской 8-летней школе. Каждый раз, приезжая в родную деревню, Люда обязательно забежит в школу, посоветоваться, поговорить со своей первой и любимой учительницей. Еще тогда в школе решила Люда твердо, будет и она сельской учительницей, как Елизавета Алексеевна Германова. После 8-летки педагогическое училище, 2 года работы. И вот теперь Люда Семенова – студентка 2-го курса педагогического института, будущий биолог. Скупые строки служебной характеристики. Товарищ Семенова проявила себя только с положительной стороны. Добросовестно, старательно, энергично. Учится на хорошо и отлично. Проявляет большой интерес к педагогике и общественным дисциплинам. С первых дней обучения ведет биологический кружок со школьниками средней школы номер 29. Обладает организаторскими способностями, со всеми поручениями справляется успешно, проявляя инициативу, требовательность, принципиальность. Обладает общительным, отзывчивым характером. Активно участвует во всех мероприятиях на факультете и в институте. Коллектив Чувашского пединститута выдвинул Людмилу Семенову своим кандидатом в депутаты в Верховный Совет Чувашской АССР. Люда цельная и целеустремленная натура. К своей профессии учителя она шла долгим, длинным путем. И мы все чрезвычайно рады, что эта девушка из простой сельской семьи, из многодетной семьи, станет членом правительства, станет типичным представителем народа власти. Это депутаты народа. Они им избраны и его представляют. Доверие людей – это и признание того, что уже сделано, и поддержка того, что предстоит сделать.